В чем отличие магазинов? Основное отличие нашего формата от других магазинов – это то, что мы предлагаем нашим клиентам возможность приобрести товар оптовыми, мелкооптовыми партиями с выгодой в цене. Собственно, когда вы приходите в наш магазин и приобретаете или впрок, или, как, например, тоже мы предоставляем возможность индивидуальным предпринимателям, небольшим торговым компаниям купить для дальнейшей реализации товар, то есть приобретая товар с кратностью от 2-3 штук, вы можете получить существенную скидку в цене. И это основная выгода, основное преимущество нашего магазина. Кроме того, мы осуществляем продажу нашего товара как за наличный, так и за безналичный расчет. А накладные выписываются сразу на кассах, что, в принципе, очень удобно для наших клиентов. Форму расчета все можно узнать на инфоцентре, собственно, и коллеги помогут правильно, собственно, провести оплату за товар и оформить все необходимые документы уже на кассе при покупке товара. Какие-то предпочтения у вас, ну, вы уже продумали товары, именно ассортимент товара, который будет продаваться? Ассортиментную матрицу, ассортимент товара мы формируем, исходя из нашего опыта работы на рынке. Работаем мы уже сейчас практически во всех областных центрах. Планируем дальше открывать магазины в Гродно и Могилеве, где сегодня магазинов у нас нет. У нас очень больших 2 магазина в Минске. Они по площади и по, собственно, количеству позиций, которые там представлены, больше магазина, который мы сейчас открываем в Бресте. И исходя из, собственно, опыта продаж этих магазинов, мы формируем ассортимент. Естественно, включены в ассортимент социально значимые товары, товары белорусского производства очень широко представлены. И они, кстати, пользуются очень хорошей популярностью в товарах, которые продаются лучше всего. На самом деле, в большинстве своем представлены белорусские товары, что не может не радовать. Собственно, и предложение по цене, соответственно, на эти товары мы стараемся выдерживать на самом, собственно, лучшем и низком уровне в стране. Производители как идут на встречу с несекретарством? Безусловно, производители идут навстречу, но ведь здесь мы говорим о том, что формат магазина отличается от других форматов, которые есть в стране. У нас в стране сейчас пользуются популярностью магазины низких цен, магазины-дискаунтеры. Собственно, наш формат, он отличается от формата дискаунтера как раз вот тем, о чем я говорил ранее. Это возможность приобрести оптом, мелким оптом продукты, за счет этого получить выгоду в цене. И производители, тоже понимая это, делают специальное предложение для нашего формата и понимают то, как мы формируем ценовую политику. Здесь у нас с ними налажены уже достаточно длительные, долгие партнерские взаимоотношения, и они, собственно, помогают нам развиваться, помогают развивать наши магазины и, собственно, предоставляют нам и нашим покупателям лучшее предложение как с точки зрения самого товара, так и цены, которые предлагают они нам.